Вот я зашел на дом, 16 этаж. Это как крыша уже 17. Ну, прямо напротив вот стоит кран. Вот он где. И какая здесь окрестность. Никогда не видал. Вот там. Это опь. Вот она, раздольная опь. Там видно даже течет как. Вот так. Вот решил сегодня, это 17 число, побыть тут. Дальше на той стороне, он, видать, мост рядом. Большой железнодорожный мост, автомост. Вот, повыше там, видать, храм на бывшем кладбище с горя, там как. Вот. Ну, на той стороне, вот, как город наш выглядит, Барнаул, красавец. Там он поднимается на гору машины. Вон там вышка, телевышка, видать, дальше. Телевышка. Барнаульская. Ну, вот так все хотел заснять, посмотреть, где мы живем. Ну, тут хотел поближе с прорабом познакомиться, дать ему визиточки. Вот так, я иду по стройке наверху. Видимо, время обеденное, никого нету. Поговорить не с кем, а может быть и лучше. Вот они как здесь кирпичи кладут. Труженики настоящие. Вот кому надо подражать. Подражать. А вон там кораблики стоят. Оп. Ну, замечательно. Вот я сейчас прохожу тут, где они работают. Прямо конкретно работают. Вот она, свежая у них все. Ну и подойду сейчас здесь, сниму, я и уходить буду. Вот она у них тут. Все свежее. Лопаты. Замечательно. О-о-о. А вот за краном, видать, улица. Это то ли Комсомольская, или, ну да... Вот на этом уровне я стою. Вот. Если вниз посмотреть, так тут человек маленький, кажется. Вот он идет где. Тут дым идет. Ну и все, тут больше чего мне видеть-то. С той стороны опь показать. Машины поднимаются. Это вот Знаменский монастырь. Храм тут, видать. Прекрасное место. Благослови, Господи, город Барнаул. Чтобы преступлений не было, чтобы люди жили честно, правители мудро управляли, и был мир на земле. И слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, что позволил мне это увидеть, с такую красоту, как настроили это все, только бы не было опасности никакой. Вот. Ну, вот так. Тут... Без перил уже дальше было. Это уже, считай, крыша 17-я. Все. Сегодня у нас 18 декабря 2018 года. Вот впереди там виден элеватор. Ну, труба, само собой, тут. Вон там элеватор. А вот здесь около самого приток. Аби. Вот старинное еще, видимо, здание. Ну, насколько старинное, я не знаю. Деревянное. А вот здесь красавцы дома такие, круглые. Прямо на берегу Оби. Я постараюсь с той стороны зайти, показать. Я вчера был тут, снимал. Вот это вот, как работает кран. Так вот, в наше время многое было не так, и этажей не было. Первый семиэтажный дом построили в Барнауле, я помню, как это событие было. А сейчас 16 этажей. Вот он. Здание, которое уже, видно, заселили, потому что окна есть, и даже свет прежде светит. Кто желает, может посчитать, сколько этажей. А здесь вот здание, которое уже вчера я был, показываю. Ну, удивительно, как много этажей. О, силикатный. Вот тут, видимо, заходить будет, что-то еще дополнительно пристроят. Он там опускает кран.
Вон ноги идет. Ну все, с этой стороны нету. Я сейчас пойду на той стороне, пройду и оттуда поснимаю. Все, пока. Это дом вот рядом, который я осматривал. Показываю. Вот какие дома в Барнауле строят. И вот этот вот дом второй рядом. Вот посмотрите, какая длина. То есть мощнейшее строительство. А это вот тот самый домик. Вот кран, где идет там. Вчера я там был. Вот он опускается. Кастрюлю эту несет. Тут они уже окошки какие-то вставили. Вот тот кран, который я вчера снимал. Я с другой стороны зашел. И вот на этой самой верхотуре. Там у меня кирпич наложен. Я туда зашел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тут что-то 15 насчитал. Вчера было 16. Может, с той стороны, ага, а там уже больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, может быть и так. Вот как здесь. Там дома большие тоже. Это я вокруг поворачиваюсь, просто показать. В Барнауле какое мощное строительство идет. По количеству машин на душу населения Барнаул чуть ли не в десятку ходит. Вот это мы находимся недалеко от моста. Мощнейший мост, красавец, как он подсвеченный. Это во времена еще другого, Баварин был мэр, построили. А вот детская площадка, это мне очень близко, детский лагерь. Я смотрел, как они это все делают, что и у себя такое сделать. Вон там один человек, он что-то там затирает. Вот я там вчера был, через этот парапет посмотрел. Вот, а надо не бояться. Говорят, индейцы не боялись, небоскребы строили, вот которые свалили. Да, пойдем дальше. Вот тут такой как бы подъезд. А тут для машин. С этой стороны зашел, эти круглые здания, какие красивые, издалека, ночью с подсветкой. Прямо на берегу Оби они стоят. А здесь вот какое здание. 16 этажей. О! Вот оно как полукруглое здесь все идет. Вообще удивительно. Раньше никогда так не строили. Я говорю, в Барнауле это в 57-8 году. Первые два здания были там на Колоколине. Улица Молодежи. Ну там где главпочтамт. На 5-й этаж два надстроили. 7-этажный. Так, разговор какой шел. А тут вот, похоже, как раз обогревают их. Котельная или что-то такое есть. Вот здание. Вот смотрите на свет. Какие. С какими полукругами. Важные тут стоят. Это, находятся в них разные вот в этих зданиях предприятия. Ну, такие, но по продаже в основном. Вот я хотел все это показать. Некоторые не знают, что за Барнаул за город. Я беру только тот уголок, где я живу, рядом. Рядом совсем. Вот машины, это повернуть вся негде. Всюду везде машины. Вот где не был бы, все. Абсолютно все заставлено машинами. Ну все. Вот прохожу дальше. Ну, показать дальше. Понятно, что за здание. Зачем его взял. Вот он как выглядит. Я специально пошел со всех сторон показать. Вот там дальше мост, посмотрите. Вот этот мост, через деревья он просматривается. И вот здесь. Я постараюсь на него сейчас зайти. Мощнейший мост. Я не думаю, что в каждом городе такой мост. Это вот там написано Барнаул. Вот он наверху. Мы оттуда прочитаем. И вот здесь поворачиваюсь дальше. Тут подъем как раз на мост заехать, чтобы. И Знаменский монастырь. Вот он где стоит. Когда-то тут у Антония Масельевича, епископа первого, была епархия. Вот так. А это вот просто часовенку построили. Сейчас гибели мэра. Его сильно уважали. Баварин Владимир Николаевич. Входил в десятку высших мэров России. Вот это какие огромные здания. А это вот здание, в котором я был, которое уже снимал. Вот отсюда показать его теперь можно. Вот оно какое.
Там, видимо, люди есть, я сейчас не знаю, что там есть. А это вот другое здание, которое я уже показывал. Ну, а это вот такие круглые речного порта. Такие фонари, ремонт Пушкина, прямо над нами. Город Барнаул, красивый город. Красивый. Но 700 тысяч населения с чем-то, не миллионный. Это миллионы другой город, Новосибирск. Вот это прям я уже около горы, перед самым мостом. Сейчас на мост пойду, показать, как вот отсюда осматривается, как красиво все обделано. Вот такое здание здесь рядом, светлое. Ну, а там дальше, видать, вот то самое здание. Четыре крана у него, видать. Это я с него начал осмотр Барнаула. Тут, конечно, столь много не видать. Вот это второе здание, которое там дыма тут идет, видимо. Котельная работает. Вот эти вот голубые здания. Вот это Барнаул. Барнаул, Речпорт. А это рядом течет вот. Не приток, ничего. А тут автобусы разворачиваются, троллейбусы. А здесь именно можно, кто желает, посчитайте, сколько быков. Ну, три быка по напору и сколько всего их здесь. Можно посчитать. Вот, посчитайте. Мощнейший мост. Неограниченная тяжесть. Все. Вот я дошел до моста. С моста сейчас стрелку проведу. Вот этот холм, видите, как разровняли. Храм построили, тут кладбище было старое. Тут и костей всего валялось много. Прямо. Потом еще сниму. Это вот машины несутся в Барнаул, а на той стороне в Новосибирск. Это вот уже на мосту. Сейчас пройду еще немного. Это вот здание, которое аэропорта. Это самый аэропорт. Вот это разворачивается транспорт. А там, где я был здание, и вот первое здание, с чего я начал вчера. Вот оно такое. Четыре крана. Работает. Мне очень понравилось, как работает и как делает. Хорошее качество. Качество стоят. Ну, а тут под мостом машины бегут в город. И все. Здание сбили мосты. Вот оно такое. Может быть, даже виден будет храм Покровский. Все. Ну вот, зашел на гору. Тут как раз большими буквами написано. А там где-то в тумане, видать, перерыжка. Где-то там она. Примерно вот здесь вот. И дальше это вот. Все. Еще раз покажу с этой стороны и уходим. Вот он как. То здание, о котором я говорил, оно вон, как бы Мариночка зашла за это здание, вот сбоку. Вот оно. Да, это рядом. Вот как они побоялись строить, на самом деле, не знаю, глубоко сваи забили или как. А вон там, видать, труба. Вот труба одна. А там, недалеко от нее, наш дом. Вот, вот это вот тот. В Википедии посмотрите, что это за река такая. Огромная, могучая река. Просто она даже, кажется, больше Волги. Богатство несметное. Все, уходим. Вот это. Донецкий монастырь. Все. Вот оп, с этой стороны. И вот я сейчас поднимался, вот под этой вот. Поднимается, поворачивается. Сосчитал, 123 ступеньки. Ну, какая-то тут зона, что-то тут зона непонятная. Ходить нельзя, как бы. Нельзя, значит, дальше нельзя, мы туда не идем. И вот дальше идет вот. А вот отсюда, уже рядом, видно, какой мост. Какие тавры, двутавры там лежат. Ой-ой-ой. У меня руки замерзли. Все, пошел домой греться. Вот как раз тот дом, в котором я был. Можно этажи пересчитать. А рядом вот это большое здесь. Ну, прямо около самой Оби. Благословен Господь.
Вот я был на этих этажах, вот в тумане там видать, чуть-чуть, оттуда слез, пришел на свою улицу. Рядом моб, теперь все ниже. У нас ворота открытые. А почему открытые? А бугор завозили. Наша колонка. Все, во славу Божию.